Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы запилили дракона и, кроме того, встретились с лагерем бандитов, которые сидели около дороги и брали за проезд дань. Все так же двигаемся на север в нашем эпическом путешествии. И что-то сдается мне, что как-то не очень правильно я еду, потому что мне нужно теперь сюда. Поэтому я двинул в эту сторону. Возможно, тут есть какой-то обход через горы. Потому что иначе мне придется делать солидный крюк. Провал сквозняков. Бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Тут ничего хорошего нет. Бежим, бежим. Бежим, бежим. Давай, лошадка, вывози нас отсюда, кидрени фени. Пока что никого не боюсь больше, чем этих. А, еще тролль. Тролль тоже опасный, да. А так, в целом, пока что эти вот саблезубые кошки — это главная опасность на моем пути. Блин, такие. Тихо, она за мной еще гонится. Уходим. Ну что, там впереди какой-то замок, я вижу, но нам не туда. Нам нужно сейчас как-то вот сюда попасть. А вот как, не совсем знаю. Где-то он находится вон там. Тут у нас, судя по всему, новое селение какое-то. И это хорошо. Сдается только мне, что эта дорога в один конец. В смысле, что дорог куда-либо ведущих я не вижу. Здесь, похоже, тупик. Так, ладно, давайте осмотримся. Что это такое? Как следует поработал, это повод и выпить как следует. Ну выпьешь, и можно даже терпеть такую, как моя жена. Да, мост у них козырный, конечно. Не знаешь, как построен ваш мост? Трудно сказать. Он очень древний. Вот и все, что мы знаем. Город появился здесь много позже него. Надеюсь, мост переживет войну. Это единственный мост через реку Карт на много миль в обе стороны. Это вот мне не радует. Я боюсь. Если бы одна из сторон захотела не дать другой перейти реку, они могли бы попытаться обрушить мост. Так. Лес-то поди стал лучше продаваться, когда война началась. Будь я проклят, так и есть. Спрос никогда не был так высок с тех пор, как я построил новую лесопилку. Ну ладно, бывай. До встречи. Мост, смотрите какой, да? Что это вообще за деревенька? А там у нас лесопилка. Тут у нас дом этого Хоргейра, похоже. А здесь что это такое? Давайте посмотрим. Сдается мне, что это... Нет, это... Пенитус. Окулатус. Давайте посмотрим, что это. Здесь имперцы, похоже, обитают. Вы наверняка зашли не в тот дом, друг мой. Да ты что? Вы наверняка зашли не в тот дом, друг мой. Вполне возможно, что если бы я был имперцем или, допустим, членом какой-то тайной организации, в которую тут наверняка можно вступить, в этом доме меня ждал бы какой-нибудь квест. Ух ты, смотрите, как туманно стало, да? Блин, графика крутая. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Блин, графика очень хорошая. Ну как, с технологической точки зрения, как обычно, не ахти, но именно с дизайнерской все просто прекрасно. В таверне я, если только послушать барда, могу. Больше-то мне там ничего не нужно, потому что торговца там нету. Да, здесь ничего особенного. Идем дальше.
Да. Где этот лентяй? Понятно, почему его... До встречи. Почему ее муж такой недовольный, потому что она вредная баба, сразу видно. Ну-ка, правильно рубит. Ты смотри, люди со знанием дела подходили к анимации. Так, дом семьи Лиф-Лиф. Тут, похоже, нас больше-то ничего и не ждет в этой деревеньке. Давайте посмотрим, куда нам двинуться отсюда дальше. По идее, мы, оказывается, идем правильно. И вполне возможно, что вот здесь будет проход, и мы попадем сюда. Так что нам осталось позвать свою лошадку. То есть... Позвать-то ее, я так понимаю, здесь нельзя. То есть подбежать к ней. Что бы это значит? Туда. Возвращение Девакина? Кто из нас мог бы оказаться достойным такой чести? Силы. Так, ладно, погнали. Небольшая заброшенная деревенька. Интересно, она на карте хотя бы отметилась? Да, отметилось. Драконий мост. Хорошо. Я надеюсь, эта дорога приведет меня в нужном направлении. Они зря поехали, да? Сколько всего интересного уже встретили. Какая музыка приятная. Вообще музыку писал Джереми Соул, как и к предыдущим частям. И в этой части, по-моему, он просто превзошел натурально себя. Насколько бы хороша не была музыка в Обливионе, насколько гениальна она не была бы в Моррувинде. Здесь же вообще просто шикарно. Каждую мелодию, буквально каждую, можно слушать отдельно от игры. Так, и там ко мне кто-то бежит. Или не ко мне. Ну кто? Иди отсюда! Живо! Тебя забыл спросить. И тебя это не касается. Ты кто? Юстициар Талмара. Выполняю ответственное поручение, а ты мне мешаешь. Ладно. Ладно, валите по своим делам. Юстициара. Я не хочу ни в какую полицию вступать. По крайней мере, пока. Но похоже, мы таки пересечем этот горный перевал. И да, где-то здесь у нас... А, подожди, это же юстициары Талмара были. Мы как раз туда и направляемся, так что это были наши враги заочные. Ну, пока что они нам не враги, но скоро, я думаю, они на меня очень сильно расстроятся. Так, хорошо... И вот дорога ведет, я думаю, в их крепость. Да, вон она. Давайте-ка мы... Ой, снег какой зарядил противный. Мокрый. Вы не думаете, что я ощущаю, какой он мокрый или нет? Просто по нему видно, что он такой хлопьями летит. Так, нет, подожди, это не та твердыня. Нам нужно дальше. Нам нужно ехать дальше. А мы так попадем вообще дальше? Нет? По-моему, все-таки надо было туда. Хотя нет, все правильно. Все правильно. Хватит волноваться, Артур. Мы едем по дороге, она нас приведет. Ой, волк. Давайте-ка его запилим, потому что он может доставить нам проблемы. Не трогай мою лошадь. Снежный волк. О, этот
волк был покруче, чем обычные. Он, наверное, из-за холода такой злой. Ладно, едем дальше. Запишемся. Тихо. Нет, показалось. Вот эта дорога, скорее всего, нас ведет куда нам нужно. Или нет, опять же. Похоже нам все-таки сюда. Сейчас мы обогнем вот эту гору и зайдем с лицевой стороны. Так. Эй, ты, гражданин, сюда нельзя. Ты чинишь помехи имперским должностным лицам. Да-да, так что с тебя штраф. Ну, скажем, 100 золотых. Плати, гражданин. Вы видите, да, тут раздеты трупы. Сдается мне, что вы никакие не имперские солдаты, а обычные бандиты, переодевшиеся. Так что морда плеснет. Ну, если ты настаиваешь... Эй, ребята, повеселимся. Убей. Ну, если ты настаиваешь... Плохое ты выбираешь время. Эй, ребята, повеселимся. Смотри, сильный. Да, бляха-муха. Тихо. Лошадка. Давай пока отвлекай. Ты не трогай мою лошадь. Шкура. Тихо. Блин, да что ж такое? Что-то меня все пинают только так. Зелье. Возможно, я рано сюда поехал. Зелье лечения. Да, блин. Крышка. Понятно. Сейчас мы поступим по-другому. Я думаю, стоит в очередной раз воспользоваться их тупостью. Потому что в открытом бою против троих я, честно говоря, не справляюсь. Если бы у меня была Лидия, возможно, мы с ними что-то и придумали бы. А так нет. Так, лошадка пока стоит тут. А так у меня банально не хватает на всех здоровья. Блин, ползи. Где вы там? Где-то тут они были. Алло? Так, вы где, господа полицейские? Пещера заблудшая. Похоже, это была случайным образом сгенерированная встреча. Поэтому второй раз мы уже их не встретим. Тогда я сейчас пойду осмотрю эту пещеру. Вполне возможно, что отсюда будет какой-то обход в нужное нам место. Или не будет. Ну, что-нибудь интересное нас там по-любому ждет. Посмотрим, короче, посмотрим. Если будет чем поживиться, я буду только рад. Так, тихо.
Лук, стрела. Сохраняемся. Идем смотреть, что да как. По-моему, тихо. Вообще в таких местах ничего хорошего, по идее, ждать не может, и мне по-хорошему надо бы вернуться назад. Но какого черта, правда? Почему бы и нет? Это что за звуки были неприятные такие? Тихо. Твою мать, да это не просто пещера. Она нас к чему-то привела. Вполне возможно, что стоит мне подойти вон туда, как из этого гроба вылезет что-нибудь непотребное. Жертва. Жертвенник какой-то. Так, прочная железная броня, железные перчатки. Это мне не нужно. Древний том великому владыке, великое подношение, тот, кто пал на этом месте, просит, чтобы его поминали скромно. Но мы, служившие под его началом, не желаем, чтобы блеск его был забыт. Поэтому, дабы почтить его память, просто взгляни на светящиеся грибы на стенах этой пещеры. Ибо неважно, сколь могуч или сколь скромен ты был в жизни, мы все возвращаемся в землю, которая питает эту грибницу. Понятно? Это просто книга, похоже. Читаем ее на паузе тогда. Кому это интересно, конечно. Я почитаю обязательно. Охренеть. Сколько текста, это же обалдеть. С ума сойти, это сколько труда. Я прочитаю только для того, хотя бы, чтобы почтить своим уважением. Вот тут, скорее всего, откроется, да? Весь тот труд, который проделали локализаторы. Активировать. Так, а чем тебя активировать-то? Не зажигается. Блин, шлем какой прикольный. Нет, это не мое. Сколько они стоят вообще? Это 200, это 175. Но, блин, у них вес, конечно, это охренеешь. Я не буду это таскать с собой. Нет. Нет нужного ингредиента, пишет. Вполне возможно, мне нужно гриб сорвать. Положить его сюда. Так сначала сохраниться, конечно же. Как можно чаще надо сохраняться. Опа-па. Так, хорошо. Это мы удачно заглянули.
Блин, обожаю эту игру. Какое разнообразие. Тихо. Я слышал шаги. Обалдеть, это что такое? Тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Но он не особо сильный, я его сейчас запинаю в легкую. Эй! Ой, тут еще один. Давай ты падай. Тихо. Подожди. Предметы. Зелья. Да шо ж ты. Как-то, блин, все неудобно. Все, нет. Вы меня задрали уже. Потому что. Фалмер. Первый раз мы с тобой встретились. Ух, Фалмер, зачем оно мне может быть нужно? Так, тебя мы подвинем. У тебя что, ноги в обе стороны гнутся? Ну ты крут. Слабая трава. Весит всего, ничего, возьмем. Не уверен, что она мне пригодится, потому что я в алхимии не силен. Так. Не такое уж и простое подземелье, оказывается. Еще учитывая мою кривую, как обычно, стрельбу. При том, что я на мышке. Я на мышке-то попасть не могу. Что уж говорить про геймпады. Кладка. Это не значит ли, что яйцо Коруса? Кто такие Корусы? Я даже не уверен, что я хочу знать. Посмотри, да? Так, тихо, тихо. Куда я попал? Что я тут делаю? Непонятно. Опа-на. Так, ну тут уже без вариантов. Бляха-муха. Какой ты сильный. Зелье лечения. Зелье здоровья. Он меня сейчас убьет. Надо еще одно зелье применить. Зелье лечения. Да, что-то мне с ними сложновато. А вы говорите, уровень сложности подними. Умные нашлись. Ладно, я тебя все-таки запилил. Фелмерский щит. Красивый. Только стоит всего ничего. Механизм. Вполне возможно, что он мне для чего-то пригодится здесь. Похоже, мне на потолок надо смотреть, что ли? Откуда он спрыгнул-то? Где-то слышу еще шаги. Ой, блин, да откуда ты берешься? А!
Скотина, ты тебя хрен убьешь. Так, тихо. Нет, он сильнее меня. Мне, пожалуй, надо валить отсюда. Сейчас, конечно, этого я уже убью, но, похоже, пора. Но мне тут не рады. Я все аптечки уже на них потратил. Они для меня слишком сильны. Я вернусь сюда потом. Пока что у меня тут ничего особо не получается. Ну ладно, хотя бы попробовали. Попытка, как говорится, не пытка. Так, тихо, это что? Что-то когда заходил, я этого не видел. Ну ладно. Короче, запомним. У нас уже два места, которые нужно будет посетить, когда мы станем более сильными. Это пещера троллей около речной заставы, около Вайтрана. И теперь вот эта вот пещерка. Они тоже у меня. Я их добавил в свой список ненавистных целей. Рано или поздно им всем хана. Так, где ты находишься? Значит, пещера заблудшая эхо. Хорошо. А где та пещера? Та пещера у нас... Вот она. Где? Вот, серо-зимняя застава. Вот она. Хорошо. Где там моя лошадка-то была? Там, по-моему, тусует. Интересно, здесь, кстати говоря, есть какая-нибудь кнопка позвать лошадь? Скорее всего, нет. Нет. Очень удобно было бы, если бы как в Assassin's Creed. Ой, какой у вас Assassin's Creed, говорю? В Red Dead Redemption, то есть свистнула, и лошадь тебе скачет. Где бы она ни была. Вот это бы нам точно не помешало. Чтобы вот так не верхолазить. Ну да ладно. В принципе, меня все устраивает. Хорошо, так. Где там у нас еще раз, давайте вспомним. Не так уж далеко. Вполне возможно, что мы откуда-то отсюда придем туда. Вполне возможно, что все-таки оттуда. Но сейчас, я думаю, мы завершим эту серию и продолжим пробираться к нашей цели, к следующей. Ой, медведь. Ой, медведь, говорю. Волк. Да ты запаришь. Не трогай мою. Хорош. И у нас новый уровень. Нет, надо одноручно качать по-любому. Во-первых, нам нужно поднять здоровье, потому что у нас его все время не хватает. Во-вторых, нам нужно прокачать одноручное оружие. У нас есть сильная рука. У нас есть... Ну, сначала это качаем, естественно. Хорошо. И... Так, где моя лошадь? Надеюсь, тебя не убили. Лошадь. Элли. 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 Где моя лошадь?
А, вон ты стоишь. Фу. Блин, я аж испугался. Так, что у тебя есть-то? Может, у тебя что-нибудь ценное можно взять? Нет, ничего. Шкура. Ты что, скакала куда, лошадка? Так, ладно. На чем я остановился? Так вот, продолжим двигаться в следующей серии. Я думаю, я двинусь все-таки сюда. Попробую по горным кручам обойти и сзади как-нибудь зайти к этой твердыне. Но как бы там ни было, увидим все это мы в следующей серии. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.